будет. Выкладывайте никуда. В Сочи раньше там же тоже был такой менталитет, то есть до Олимпиады. Это прям приехал человек, его бы, похер, что он получит, как бы не сервис, его бы главное обобрать, как липочка. Да, то есть это мышление как бы прошлый век просто. Да. Не проверяют, да, вот, допустим, сейчас вот вас там, вот сейчас только что не проверяли, только техпаспорт и все получается. Да. А так больше ничего не проверяют, да? Нет. Они как-то пытались прессовать этих русских гидов. Русских гидов прессовать? Да. Почему? Ну, типа нет разрешения на работу, там ля-ля-ля. Ну и сейчас к какому знаменателю пришли? Сейчас опять у них это было приказ откуда-то, и они нас прессовали неделю. Почему так мало? Потому что мы же деньги им не платим. А только это основная, да, причина? Ну, конечно, всегда основная причина это бабки. Жадность и бабки. Вот знаете, вот вы говорите, вот они стали вот вас прессовать, да, вот как было. Ну, а как бы там много было? Они сейчас спонтанно начали или как-то это с чем-то было? Получается, был не сезон, хотелось больше работы, и все. А вы чем смогли защититься? Знакомствами, да. У вас там, что есть фазы, которые могут заступиться. Да. Вы как репортаж снимаете? Да нет. Нам больше истории интересно. Она всегда такой была любознательной. Не, ну а потом, с другой стороны, а вот как они докажут? Вы едете, может, мы с вами, ну, как бы, просто друзья. Это же нужно доказать. Мы приехали просто в гости к человеку. Конечно. Просто останавливают и спрашивают, типа, и такие, вы, типа, занимаетесь экскурсиями? И я такая, да, конечно, вот вы туристы. И, конечно, говорю, нет. У них вообще, как мне рассказали ребята, у них там аду выбирают с детства. Представляете, у них дети пьют с детства. У вас нет такого? Нет, вообще. В смысле, с детства, со скольки лет их заступают? Да где-то с пяти. С пяти лет дети заступают? Да, дети пьют. И они садятся за стол, как глава стола. И... Не, ну как бы по чуть-чуть им наливают, но уже смотрят, кто как бы это. Уже с детства присматривают, короче, тамаду, потому что тамада должен учиться пить. А? Пульт алкоголя какой-то. Ну, да, у них как бы есть такое. И вот потом пусть меня кинут тапком, что алкоголь, он безвреден. Он очень влияет на мозг. Пускай ты там можешь пить там, да, много там пить, он все равно влияет на мозг. И это заметно. Абхазом? Да. Ну, если дословный перевод, то Аксны – страна мертвецов. Ну, так как мертвецы – это бессмертные души, то страна души. Асфальт. Ну, то есть, например, для нас уже непривычно, да, вот я иду, что даже мой знакомый, чтобы он меня там как-то лапал, да, ну, как-то ручки ко мне протягивал, да, какие-то там, не знаю, поползновения делал, да, ну, вот это, сейчас же все харассментом считается, даже если словесное, ну, как бы ты не имеешь права нарушать границы, и вообще, ну, как бы это оскорбление для женщины, девушки, согласитесь? Ну да, я согласна. Вот, просто у вас-то, может, это было изначально, да, а у нас-то этого раньше не было. У нас сейчас это только появляется. А у них это есть до сих пор. То есть это в каких деталях проявляется? Допустим? Да, может, даже просто вот так вот у меня, например, там есть этот ДПСник знакомый. Он может сесть в машину и протянуть там к ноге руку. Ты начинаешь убирать. Почти на возрасте. Сел в машину и сразу за ножку взял вместо документов. Но он знакомый. Вот это абхазский документ. Господи. Он может там, например, один звонит. Мне уже один полгода звонит, и понимаете, и просит с ним кофе выпить. То есть уже давно понятно, что я с ним не собираюсь кофе. А он все равно периодически вот пишет. Вот как раньше было.
То есть я не знала, Саш, ты слышишь, вместо документов ДПСник Абхазия берет за ножку. А у них вообще так отношения с семьей. Смотрите, изначально у них же прям вот эта вот группа была, Убыхи они назывались. Они, кстати, сочинская их земля, это тоже Убыхи. Убыхи, потом вот это вот Адыги, Черкесы, Абхазы, только не Абхазы, Абызги, по-моему, нет. Ну, короче, вот какое-то такое сокращенное было, более приятное было. То есть вот это вот эта группа, и потом они уже разделились. То есть, в принципе, это изначально их была земля. Что уж там было, когда был ледниковый период, это неизвестно. Если первого века уже пришло христианство, до первого века. То есть это вот второй-третий век был наш, да, примерно так? Практически так, да. Вот с этого временного отрезка, да, стали же здесь. Ну, а вот древние племена как назывались? Убыхи. Убыхи, да. То есть абхазы были убыхами, получается? Или как? Одна, нет. Одна этногруппа, берем, да, да, шарик, да, убыхи, да. И потом уже идет разветвление. То же самое, а как абхазы делились от убыхов, все это не да. Вот остановили. Сто лет не останавливала. Ну здесь прям как родная. Ага, только мой этот любимый, который этот, как его, ДПСник. Они что обычно спрашивают? Только документы и все, да. Больше ничего не спрашивают. Он идет вообще? Медленно, но медленно. Верно. Верно. Реально, как будто ленивый какой-то. Здрасте. Что, открыть? Техосмотр транспортного средства. А, техосмотр или досмотр. Прослушаем с прошлого года. 19 декабря. Подождите. А, я не прошла. Сейчас через знакомую мне. Значит, символика флага, значит, она датируется третьим веком, да? Абхазского государства. Абхазское государство. Да. В третьем веке уже было, да? Да. Ничего себе. А на Копье тоже в третьем веке. Да. На Копье тоже. Абхазское царство вообще состоялось как царство с третьего века. Да, да. И как раз вот этот абхазский царь Леон. И по какой век абхазское царство существовало? Ну, с третьего века, она сказала. Века, да. И по какой, думаю, наверное, где-то... пока царизм был, наверное. Я тоже так думаю, да, какое царское было. Потом же они переходили же... просили помощи, это было, когда еще Османская империя была. Османская империя, она хотела абхазов сделать мусульманами. Ух ты. И тогда абхазы еще попали, они были под царской Россией. И как раз было такое, знаете, название называется махаджирство, но я бы как перевела, что это геноцид. Угу. То есть, дабы... А это какой век? Симон Канонит, но это получается где-то от первого века, от первый, второй. А вот первый век, храм первого века. Нет, я думаю, что он попозже все-таки построен. Попозже построен. А Симон Канонит умер в каком году? В первом веке, если было христианство, значит, он тогда и умер. Но его тут быстро римляне нашли, убили. Сколько он жил, об этом не говорится. Это же был за первый век. Ой, спасибо. Саша, а вы отвлекаемся? Саша, не мешай мне. А вот история у вас. Мне так интересно. Вот как давно? Да, древний город или молодой относительно? Новым Афоном его назвали, когда сюда пришли, получается, старцы. А, то есть это 1800. Анакопия. Называется
назвался она Хобби, поэтому она Копейская крепость. Ну а с какого там периода тут история? Вот как тут впервые стали жить? Чё, как тут впервые? С какого периода здесь стали жить? Нет, ну получается первый же Сухум, а Сухум 2500, значит Афон был попозже. Помоложе, да? Да. Вообще новый Афон, знаете, как переводится? Вот старый Афон, это Афон вообще это как место уединения. То есть старый Афон это старое место уединения, а новый Афон это новое место уединения. Да, всем так слышится. И, кстати, у них язык так интересный. Смотрите, видите, а библиотека, а школа. Видите, а монастырь. Это уже на абхазском? Да, смотрите, если они употребляют... А если слово и так начинается с а-а-а? Да, нет, нет. Если у них слова, например, они берут наши русские слова, которые не переводятся на абхазский язык, а-а-а, они ставят просто букву а. Они вообще не переводятся или да, просто... А? Уже в историю ушло, может, слово, или вообще никак не переводится. То есть могли забыть язык или... Нет. Ну, монастырь вообще никогда на абхазском не было звучать. Ну, это я точно не знаю. Если они ставят «а», значит «нет». Вот это у них школа новая, средняя. Обычная школа, даже не лицей. Это я про то, что... А ну, вот такая система вообще? Обычная. А тут есть высшие? Конечно, в Сухуме. Два высших заведения. На кого там можно отучиться? А, на историка, экскурсовода можно выучиться. Да, отдельно еще учиться надо на экскурсовода? Конечно. А в плане образования у населения вообще как? Они более развиты, как современный мир или... А, да нет, я же говорю. Не, в плане просто самых элементарных наук, там, школьное образование, на каком уровне находится? Все, как в Сочи. Сочи как? Сочи плохо. Сочи ужасно образовательно. Да, перед этим, как говорить про абхазское, знаете, я бы хотела сказать про Сочи. За Сочи еще далеко. Ну, а здесь прям плачевная, да, система вообще? Так же, как в Сочи. Ну, мы будем не знакомы. Ну, Сочи ужасно. Я вам скажу, например, вот нам дали учить, кстати, вот эти оливковые деревья, видите? Да. Это выращивали монахи. Но они уже не плодоносят, но видите, вот эти вот старые стволы. Угу. Вот. Ну, например, учителей, да, даже вот у нас в прошлом году взяли учительницу, не хватало учителей, и берут абы-кабы. У нас взяли учительницу, которая слово «здесь» писала с буквой «з». И она детей заставила. Говорит, «Здесь»? «Здесь». Хотя что так нет, кажется. Это, нет, «ССС», «здесь». А-а-а. И она их заставила, она говорит, вы контрольную все написали, короче, с ошибкой. С одной и той же. И пишите, говорит, несколько раз вот это вот слово «здесь» в тетрадке, чтобы вы навсегда запомнили, как это. То есть так здесь такие предметы, да, получается? Ну, здесь я не знаю, как бы, но ничего тоже хорошего. Да. Конечно, а это что за заброшенное здание? А потому что кто пойдет за 10 тысяч? А в Сочи? Ну, я понимаю, но если они пошли на работу педагогом, не думаю, что у них там... А в Сочи 25 тысяч. Зачем? Будут делиться плачевными зданиями. А как только все? Делятся плачевными зданиями. Здесь, да. Сочи раньше там же тоже был такой менталитет, то есть до Олимпиады. Это прям приехал человек, его бы, похер, что он получит, как бы не сервис, его бы главное обобрать, как липочку. Да, то есть это мышление как бы прошлый век просто нам. Не проверяют, да, вот, допустим, сейчас вот вас там, вот сейчас только что не проверяют, только техпаспорт и все получается. Да. А так больше ничего не проверяют, да? Вы? Они как-то пытались прессовать этих русских гидов. Русских гидов прессовать? Да. Почему? Ну,
типа нет разрешения на работу, там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну и сейчас к какому знаменателю пришли? Сейчас опять они, у них это было приказ откуда-то, и они нас прессовали неделю. Почему так мало? Потому что мы же деньги им не платим. А только это основная, да, причина? Ну, конечно, всегда основная причина это бабки. Жадность и бабки. Вот знаете, вот вы говорите, вот они стали вас прессовать, да, вот как бы, ну, а как бы там много будет? Или сейчас спонтанно начали, или как-то это с кем-то вызвано? Да? Получается, был не сезон, хотелось больше работы, и все. А вы чем смогли защититься? Всегда такой был любознательный. Не, ну а потом, с другой стороны, а вот как они докажут? Вот вы едете, может, мы с вами, ну, как бы, просто друзья. Это же нужно доказать. Мы приехали просто в гости к человеку. Конечно. Просто останавливают и спрашивают, типа, и такие, вы, типа, занимаетесь экскурсиями? Я такая, да, конечно, вот вы туристы. И, конечно, говорю, нет. У них вообще, как мне рассказали ребята, у них там аду выбирают с детства. Представляете, у них дети пьют с детства. У вас нет такого? Нет, абсолютно. В смысле, с детства? Со скольки лет их заставляют? Да где-то с пяти. С пяти лет дети здесь пьют? Да, дети пьют. И они садятся за стол, как глава стола. И... Не, ну как бы по чуть-чуть им наливают, но уже смотрят, кто как бы это. Уже с детства присматривают, короче, тамаду, потому что тамада должен учиться пить. А? Культ алкоголя какой-то. Ну, да, у них как бы есть такое. И вот потом пусть меня кинут тапком, что алкоголь, он безвреден. Он очень влияет на мозг. Пускай ты там можешь пить там, да, много там пить, все равно меняет, влияет на мозг. И это заметно. Показом? Да. Ну, если дословный перевод, то как сны, страна мертвецов. Ну, так как мертвецы это бессмертные души, то страна души. Ну, то есть, например, для нас уже непривычно, да, вот я иду, что даже мой знакомый, чтобы он меня там как-то лапал, да, ну, как-то руки ко мне протягивал, да, какие-то там... знаю, поползновение делал, да, ну вот это, сейчас же все харассментом считается, даже если словесное, ну, как бы ты не имеешь права нарушать границы, и вообще, ну, как бы, это оскорбление для женщины, девушки, согласитесь? Ну, да, я согласна. Вот, просто у вас-то, может, это было изначально, да, а у нас-то этого раньше не было, у нас сейчас это только появляется, а у них это есть до сих пор. То есть это в каких деталях проявляется? Допустим? Да, может, даже просто вот так вот у меня, например, там есть ДПСник знакомый. Он может сесть в машину и протянуть там к ноге руку. Ты начинаешь убирать. Ты думаешь, господи, ты почти на возрасте. Сел в машину и сразу за ножку взял вместо документов. Но он знакомый. Вот это абхазский ДПСник. Господи. Он может там, например, один звонит, мне уже полгода звонит, и понимаете, и просит с ним кофе выпить. То есть уже давно понятно, что я с ним не собираюсь кофе. А он все равно периодически вот пишет. Вот как раньше было вот это вот. У них до сих пор это. То есть я не знала, Саш, ты слышишь, вместо документов ДПСник абхазик берет за ножку. Смотрите, изначально у них же прям вот эта вот группа была, убыхи они назывались. Они, кстати, сочинская их земля, это тоже убыхи, потом вот это вот адыги, черкесы, абхазы, только не абхазы, короче, вот какое-то такое сокращенное было, более время было. То есть вот это вот одна группа, и потом они уже разделились. То есть, в принципе, это изначально их была земля. Что уж там было, когда был ледниковый период, это неизвестно. Ну, если получается, что здесь вот
века, если первого века уже пришло христианство, до первого века. Это вот второй-третий век был наш, да, примерно так? Практически так, да. Вот с этого временного отрезка, да, остались здесь. Ну, а вот древние племена как назывались? Убыхи. Убыхи, да. А, то есть абхазы были убыхами, получается? Или как? Одна, нет. Одна этногруппа. Берем, да? Да. Шарик. Да, убыхи. Да. И потом уже идет разветвление. То же самое, а как... абхазы делились от убыхов. Все, я поняла. Да. Вот остановили. Стоит, не останавливаю. Ну, здесь прям как родная. Ага, только мой этот любимый, который этот. О, как его? ДПСник. Стоит, они болтает. Что обычно спрашивают? Документы. Только документы и все, да. Больше ничего не спрашивают. Он идет вообще? Медленно, но медленно. Верно. Верно. Реально, как будто ленивый какой-то. Здрасте. Что, открыть? Техосмотр транспортного средства. А, техосмотр или досмотр. Давно уже просрочено, с прошлого года. Как просрочено? 19 декабря. Подождите. А, я не прошла. Сейчас, через знакомую. Значит, символика флага, значит, она датируется третьим веком, третьим, да? Да? Абхазского государства. Абхазское государство. Да, в третьем веке уже было, да? Да. Ничего себе. А на Копье тоже в третьем веке. Да. А на Копье это уже... царство вообще состоялось как царство с третьего века. Да, да. И как раз вот этот абхазский царь Леон. По какой век абхазское царство существовало? Ну, с третьего века, она сказала. Века, да. И по какой, думаю, наверное, где-то... пока царизм был, наверное. Я тоже так думаю, да, пока царское было. Потом же они переходили же, просили помощи. Это было, когда еще Османская империя была. Османская империя, она хотела абхазов сделать мусульманами. Ух ты. И тогда абхазы еще попали, они были под царской Россией. И как раз было такое, знаете, название называется махаджирство, но я бы как перевела, что это геноцид. Угу. То есть, да, было. А это какой век? Тимон Канонит, но это получается где-то от первого века, от первого, второй. А вот первый век, храм первого века. Нет, я думаю, что он попозже все-таки построен. А Симон Канонит умер в каком году? В первом веке, если было христианство, значит, он тогда и умер. Но его тут быстро римляне нашли, убили после сколько того... Сколько он жил, об этом не Саша, говорится. Это же был за первый век. Ой, Саша, ой, отвлекайся. Саша, не мешай мне, это стурного. Мне так интересно, как давно, да? Новым Афоном его назвали, когда сюда пришли, получается, старцы. То есть это 1800 Анакопия. Назывался Анакопия, поэтому Анакопийская крепость. Ну а с какого там периода тут история? Вот как тут впервые сдали? Чё, как тут впервые? С какого периода здесь стали жить? Как давно здесь живут? История Нового Афона как-то она чуть-чуть глубже или нет, ну получается первый же Сухум. А Сухум 2500, значит Афон был попозже. Помоложе, да? Да. Вообще новый Афон, знаете, как переводится? Вот старый Афон, это... Афон вообще это как место уединения. То есть старый Афон это старое место уединения, а новый Афон это новое место уединения. Почему не слышится новый Афон? Да, всем так слышится. И, кстати, у них язык так интересный. Смотрите, видите, библиотека, школа. Видите, монастырь. Это уже на абхазском? Да, смотрите, если они употребляют... А если слово и так начинается с а-а-а?
Да, нет, нет. Если у них слова, например, они берут наши русские слова, которые не переводятся на абхазский язык, они ставят просто букву А. Они вообще не переводятся или просто уже в историю ушло, может, слово, или вообще никак не переводится. То есть могли забыть язык или... Нет. Ну, монастырь вообще никогда на абхазском не было звучали. Ну, это я точно не знаю. Если они ставят «а», значит «нет». Вот это у них школа новая, средняя. Обычная школа, даже не лицей. Это я про то, что... А ну, у них вот... какая система обучения? Обычная. Обычная. А тут есть высшие? Конечно, в Сухуми. Два высших заведения. На кого там можно отучиться? А, на историка, экскурсовода можно выучиться. Конечно. А в плане образования у населения вообще как? Они более развиты, как современный мир или... А, да нет, я же говорю. Не, в плане просто самых элементарных наук, там, школьное образование, на каком уровне находится? Все. Как в Сочи. В Сочи как? В Сочи плохо. В Сочи ужасное образование. Да, перед этим, как говорить про абхазское, знаете, я бы хотела сказать про Сочи. Что Сочи еще ну, далеко. Ну, здесь прям плачевная, да, система обучения. Ну, так же, как в Сочи. Ну, мы бы не знакомы. Ну, Сочи ужасно. Я вам скажу, например, вот нам дали учитель, кстати, вот эти оливковые деревья, видите? Да. Это выращивали монахи, но они уже не плодоносят, но видите, вот эти вот старые стволы. Вот. Ну, например, учителей, да, даже вот у нас в прошлом году взяли учительницу, не хватало учителей, и берут абы-кабы. У нас взяли учительницу, которая слово «здесь» писала с буквой «з». И она детей заставила, говорит... «Здесь»? «Здесь». Нет, это, нет, «с», «здесь». И она их заставила, она говорит, вы контрольную все написали, короче, с ошибкой. С одной и той же. И пишите, говорит, несколько раз вот это вот слово «здесь» в тетрадке, чтобы вы навсегда запомнили, как это то так есть сейчас какие-то, да, получаются? Ну, здесь я не знаю, как бы, но ничего тоже хорошего. Да. Конечно, а это что за заброшенное здание? А потому что кто пойдет за 10 тысяч? А в Сочи? Ну, я понимаю, но если они пошли на работу к педагогам, не думаю, что у них там. А в Сочи 25 тысяч. Зачем тут делиться плачевными зданиями? А, как такое? Делятся плачевными зданиями. Делятся здесь, да.